Ты-то, козявка, что там унюхала? Тебе рано еще письма читать. О, корешки можешь нюхать и читать. Это такая у нас мамуля созревшая для чтения. Да, Маш? Вам там виноградик прислали, Маш. А вы никак не хотите. Маша, ну надо тебе эти корешки. Господи, больше, когда ты устанешь? Там же ничего и не едите-то толком. Я же вижу вон. Только попытаться из грязи выковырить корешочек маленький. А в основном грязь получается, едите. Кого Дуся там увидела, услышала, учуяла? Ох уж эти корешки, какие они вкусные, да, Маш? Вкуснее винограда и орех.